Всем привет! Сегодня будем красить яйца оригинальным способом, с помощью манки и пищевых красителей. В результате яйца получаются объемными и как будто пушистыми. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Первым делом покрасим манку. Насыпаем в стаканчик столовую ложку манки. Добавляем в нее краситель на кончике ножа. Перемешиваем. Теперь капаем несколько капель водки. И размешиваем до однородного окрашивания всей манки. Вот манка вся у нас окрасилась. Теперь высыпаем окрашенную манку на чистый белый листик. Распределяем ее тонким слоем и оставляем высыхать до полного такого сухого состояния. Таким способом готовим манку разных цветов. Чтобы из имеющихся у меня красителей получить фиолетовый оттенок, я сейчас смешаю синий и красный цвет в равных пропорциях. Теперь добавлю сюда манку. Мы дальше перемешиваем. Добавляем чуть водки. Также смешаем синий с оранжевым. Насыпаем манку. Размешиваем. Добавляем водку и мешаем хорошо. В результате получился коричневый цвет. Пока манка сохнет, займемся яйцами. Чисто вымытые яйца складываем в кастрюлю. Заливаем водой комнатной температуры, так чтобы полностью яйца покрылись водой. Яйца тоже должны быть комнатной температуры, тогда они не потрескаются. Отправляем на умеренный огонь, ждем, пока закипит, и варим 8-10 минут. В это время подготавливаем красители согласно инструкции на упаковке. Высыпаем в подходящую емкость. Заливаем горячей водой градусов 70-90. Я наливаю примерно 170-180 миллилитров, поскольку я уже красителя отсыпала с пакетика. Добавляем в каждую чашку столовую ложку уксуса и перемешиваем хорошо. Прошло 10 минут, яйца уже сварились, теперь будем их окрашивать. Берем и помещаем в краситель. Важно, чтобы все остальные яйца в это время были в горячей воде.
Если яйца покрыты не полностью, то время от времени их переворачиваем, чтобы они покрасились равномерно. Выдерживаем яйца в красителе минуты 2-3. Чем дольше подержим, тем более интенсивную окраску получим. А затем достаем на бумажное полотенце. Красные, оранжевые и синие яйца у меня уже есть. Теперь я хочу соединить красный краситель и синий, чтобы получился фиолетовый цвет. Наливаю примерно половину красного и половину синего. Погружаю туда яйцо. В оставшийся синий наливаю половину оранжевого. И теперь еще смешиваю оранжевый и оставшийся красный. Фиолетовое яйцо мы получили там, где смешивали красный и синий цвет. Здесь у нас красный и оранжевый. И смесь синего и оранжевого дала вот такой оливковый оттенок яйца. Пока наши яйца будут сохнуть, отделяем белок от желтка. Желток нам не понадобится. А белок слегка взбиваем венчиком. Взбиваем так, чтобы просто масса стала однородной, чтобы можно было ею смазывать яйца. Теперь берем кисточку, берем яйцо и смазываем его тонким слоем белка. Затем обваливаем в крашеной манке. Можно окрашивать либо в этот же цвет, как яйцо окрашено, либо в какой-нибудь другой. Также можно смазывать яйцо не полностью, а рисовать какие-то узоры. Такой красивый ободочек получается. Также можно смазать яйцо до половины, покрыть одним цветом. Затем ставим яйцо в какую-нибудь рюмочку или подходящую емкость и даем просохнуть. Яйцо уже подсохло. Теперь смазываем белком вторую половинку и обваливаем в другой цвет, например, в оранжевый. Можно посыпать так, как вам удобно. Также можно использовать неокрашенную манку.
Также я оставила одно яйцо белым, не окрашенным. Можно его каким-нибудь цветом с помощью манки окрасить. Вот такое практически шоколадное яйцо у нас получилось. Также можно смешать несколько цветов манки в одной миске и обвалять уже в смеси яйцо. Вот такой вот с разноцветной крошкой будет. Также можно уже обсыпанное яйцо немножко разнообразить, нанести в нескольких местах белок и присыпать каким-то другим цветом. Вот и все. Пушистые яйца на Пасху готовы. Светлого вам Христово воскресенье! Если вам понравился мой метод окрашивания яиц, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.